Добрый вечер, мои дорогие! Полезные свойства иван-чая или кипрея оценили еще на Руси. Тонизирующий напиток с приятным вкусом подавали к княжескому столу, а засушенную траву даже отправляли за границу. Иван-чай – это польза или вред для организма? В чем секрет растения? Это многолетнее травянистое растение относится к семейству кипрейных, поэтому растение еще называют кипрей или копорский чай в честь села Копорье. Там, в Петербургской губернии, находились густые заросли полезной травы. Подробное описание иван-чая, его полезных свойств, можно найти даже в британской энциклопедии. Невысокая трава 50-150 см с прямостоящим стеблем увенчана кистями цветов красного, пурпурного, розового, фиолетового оттенка. Произрастает кипрей на территории России. Трава покрывает землю пышным ковром возле рек, болот, пепелищ. Польза иван-чая была известна в XII веке. Заморские купцы называли растение не иначе, как «русское золото». В Великобритании копорский чай вытеснил черный, который выращивался в Индии на Цейлоне. В XIX веке популярность кипрея возросла вместе с количеством недоброжелателей. Тогда конкуренты сделали все возможное, чтобы вытеснить иван-чай с рынка. Но сегодня он снова востребован. И не зря. Иван-чай – польза для женщин. Полезные свойства кипрея улучшают метаболизм, позволяют лучше усваивать питательные вещества. Трава содержит витамины В и С, белок, который тонизирует и насыщает организм энергией. За эти качества отвар популярен среди путешественников. Особое благотворное влияние иван-чай оказывает на женский организм. Отвары и настойки из кипрея помогают справиться с такими проблемами, как лишний вес. Напиток улучшает пищеварение, способствует выведению шлаков и токсинов из организма. Приятный сладковатый вкус чая притупляет голод, составит конкуренцию ненужным углеводам. Стресс, мигрень. Седативные качества кипрея действуют как успокоительное. Чашка иван-чая после напряженного дня поможет расслабиться и отдохнуть. Проблемы со сном. Мучает бессонница? Выпейте на ночь травяной настой, который снимет нервное напряжение, замедлит сердцебиение, погрузит вас в глубокий сон. Подготовка к беременности. Кипрей содержит витаминный комплекс и полезные микроэлементы. Это позволит укрепить иммунитет. Образование камней. Рекомендуется использовать иван-чай после 35 лет. Такова профилактика камнеобразования. Менопауза. Настой полезен даже при первых симптомах менопаузы. Спиртовой отвар можно приготовить в домашних условиях. 50 грамм чая, 500 миллилитров водки. Дать отстояться 14 дней. Принимать 3 раза в день по 20 капель. Копорский чай снимет раздражительность, уменьшит потливость и приливы. Кроме этого, иван-чай используется для общего оздоровления и улучшения внешнего вида. Потребление кипрея сделает волосы мягкими и блестящими, а ногти – крепкими. Лечебная трава широко применяется для лечения и профилактики женских заболеваний. При болезненных месячных помогут 2 стакана теплого напитка утром и вечером. Кипрей притупит боль, снизит количество выделений. При молочнице заваривают корни растения. Рекомендуется пить отвар 3 раза в день перед едой. Склеивание труб – бесплодие, лечится комплексным подходом. Иван-чай тонизирует и растягивает стенки матки для успешного оплодотворения. Профилактика онкологии возможна благодаря соединениям в кипрей траве. Малотоксичные составляющие губительно действуют на клетки рака. Растение также полезно при восстановлении микрофлоры, повысит шансы на зачатие.
Перед применением обязательно проконсультируйтесь с лечащим врачом. Таким образом, польза иван-чая для женщин очевидна. Иван-чай – вред для женщин. В интернете много информации о пользе кипрея, а вот о противопоказаниях сказано мало. Неужели напиток можно всегда и всем употреблять? Вот когда прием иван-чая нежелателен – при индивидуальной непереносимости, что приводит к аллергии. При диарее чай сам по себе обладает небольшими слабительными свойствами. При использовании жаропонижающих средств трава и так способствует снижению температуры тела. При нарушении свертываемости крови. Народные средства хороши, если используются с умом. Не злоупотребляйте иван-чаем. Заранее проконсультируйтесь с врачом. Проявляйте заботу о себе и будете здоровы!